Вон какая речка большая, они купаются, пацаны. Маленькие совсем, по-моему. Вон какое течение сильное. Не держит их ничто. Конечно, лет по 12, по 10, 13. Посмотрим, что привезли в ЖКУ. Машина, груз. Парни вручную разгружают. Вот для чего нужен кран. Чтобы вручную не работать. Сейчас бы это все загрузили быстренько. За два подъема. За три подъема все бы разгрузила. Будь я на кране. Вот эти черные шланги за раз можно было поднять. И там ящики. За второй раз. Ну и третий раз там трубы, по-моему, что-то завернуто. В целлофановом мешке внизу под черными трубами. А так все вручную. Вот так. И теперь вот так.
9 человек задействовано в разгрузке машины. А если бы был кран, был бы крановщик и стропольщик, 2 человека всего. И было бы в 3 раза быстрее. Эти будут теперь час или 2 разгружать. А краном за 15 минут можно было разгрузить. А, швеллер там, металл. Как они его поднимать будут? Тяжело, железо. Ломиком подзаламывай, и все, отсюда тянуть он. Пойдет, дай ломик там, дай. Один швеллер. А, он не всю машину-то будет разгружать. Видишь, говорит, там еще где-то будет разгружать. Значит, не все. На завод, наверное, привез что-нибудь. Или еще куда-то. Там на заводе, конечно, краном разгрузят. Тяжелый. Вот этот парнишка в полосатой футболке, это из завода, с завода управления, снабженец. Все, остальное на завод повезли. Закрывают борта.
Павел Михайлович, директор магазина. Сколько я таких машин за свою жизнь разгрузила и загрузила, не пересчитать. Просмотрела я вон тот ящик, чем они снимали. Вручную, что ли? Поздно увидела, не посмотрела, как они этот ящик большой стащили. Ну вот это белые войдут в этот гараж. А вот эти длинные железо, швеллер, там трубы, они же не войдут. Куда они их понесут?
протянули переноску. Буду, значит, резать. Сейчас будут резать на более мелкие фрагменты.